Друзья, всем привет! С вами я, Дима, канал Владелец Аквариума. Наконец-то вот добрался до стеллажей. Что хочу сделать? Значит, у меня вот тут маляки, я их принес, чтобы не дразнить скалярий. Сейчас я вот этот 10-литровый, по-моему, 10 литров или 11, хочу поместить маляков. Вот с вот этого среднего я заберу вабекусы с эхинодорусами. Потому что тропику вот кто-то жрет, я так предполагаю, улитки жрут. Вот, мне его жалко. Вот, давайте бегло по стеллажу. Значит, везде уже, где только можно, мальки меченосцев. Они плодятся и тут, и я их с дома вот приношу очередную партию. В общем, тут вот они подрастают. Уже крупный есть один, вот видите. По водопадику. Водопадик вот такой сейчас. Я его немножко подстриг. Вот это растение золотой ус я полностью обстриг, потому что он закрывал, и вот он начал опять прорастать. Пусть прорастает. Тут немножечко тоже проредил для того, чтобы эхинодорус нежный, по-моему, рос. Вот. Ну, тут вон формозы тоже плодятся нормально. Они в каждом аквариуме есть. Даже уже и в этом есть формозы. Вот видите, они тут нормально в эхинодорусе себя чухают. Водичка сюда доливается. Золотой ус прорастает вот в фильтре. Так. Единственное, где нет еще мальков меченосцев, это вот аквариум Деблюдримы, и сюда я поместил гаманок. Здесь центр по уничтожению нитчатки. Тут была такая нитчатка, они ее всю сожрали там на заднем плане, и в фильтре она была. Ну, есть где ее брать, вот в верхнем аквариуме, видите. Вот. В общем, гаманкам будет деликатес. В среднем аквариуме все подзарастает. Ну, как-то так тускловато, не знаю. Хотя тут грунт есть. Что-то, может, не хватает. Эхинодурус, кстати, тоже он там листья пожелтели. В общем, эхи отсюда постараюсь достать. Корни, я так думаю, повырастали, но ничего. Достану. Вот. Ну, меченосцы, вот видите, тут уже покрупнее. И вон самка огромная. Видел, гоняет вот этих вот мелких, она гоняет. Значит, что тут? Ну, тут мини-полюдариум. Также формозки живут. По-моему, тут и оманка одна есть. Я ее не видел. Сейчас генератор тумана не работает. Я поставил на него таймер. Или уже генератор тумана сломался. Не знаю, сейчас пока видео делаю, может быть, включится. Мох, который я притащил с моря, вот он в таком состоянии. Ему не очень хорошо, я так думаю, ему нужна прохлада. Вот. Ну, а буцефаландры тут отлично растут, вот. Прям отлично. Ну, там даже вон маленький кустик, такой зеленоватый, это анубиас маленький. Посмотрим, как он тут будет расти. Здесь никаких удобрений нету, просто водичка все. Самый нижний аквариум, у которого зеркальная была раньше стенка, сейчас она вся заросла ксенококусом. Вот. И боковая заросла. Вот. Тут тоже мальков очень много, они уже подросшивают. Видите, тут и формозы есть, и меченосцы. Не знаю, что я буду с ними дальше делать. Может, придется строить полочку и аквариум там литров на 200. Чисто под живородку. Посмотрим. Место есть, где ставить. Может быть, схожу на Днепр, насобираю там теодоксусов, запущу сюда. Тут им будет чем заняться. Вот. Ну и аквариум с улитками, кроликами точно так же вот. Тут мальки подрастают, все красные, черных нет, по-моему. Вот. Ну и кролики тут живут, эти улитки. Покажу.
общем, вот как-то все так. Ну и сейчас сюда наберу водицы, мальки и две вабекусы. Ну и посмотрим, как оно будет. Может быть одну, может две, потому что слава КПСС, конечно, Эхинодорус, он, видите, длинный такой. Не знаю, как он будет в этом аквариуме. Вот. В общем, ставлю на паузу. Сейчас наберу сюда водичку, запущу мальков и покажу. Итак, манипуляции проведены. Эхинодоруса я отсюда изъял. Теперь тут вот так вот. Немножко, конечно, корни поврастали, но не сильно. И вот так вот выглядит временное пристанище для мальков. Маловат, конечно, аквариум для эхо. Ну ничего, пусть будет пока так, а там посмотрим. Подключил компрессор. Все нормально. В общем, ребята, вот такие дела на аквариумном стеллаже. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь, кто досмотрел до конца видео. Подпишитесь обязательно. Вам просто респект. Все, всем пока-пока. До новых видео. Ну и бонус для тех, кто все-таки досмотрел до завершения видео. Вот и запустился генератор тумана. Вот пошел туманчик. Сверху выглядит лучше, через стекло хуже. Нужно уже и стекло будет чистить. В общем, вот так. Все это подключается через таймер. Вот, механический. Вот, ну, теперь точно все.